Спустя несколько часов на пульт 102 поступило очередное сообщение о ДТП. На пересечении улиц Модели Кожа и Рыскулбекова столкнулись два автомобиля. Прибывшие на место происшествия инспекторы полиции зафиксировали, что столкнулись две автомашины марки Toyota Camry и Opel Omega. Как утверждают очевидцы, водитель автомашины Opel, двигаясь по Майлы Кожа со стороны улицы Байтурсынова, на большой скорости решил свернуть на Рыскулбекова. Но не справившись с управлением, водитель Омеги задел Тойоту и по инерции снес ограждение. Остановило движение дерево у дороги. После этого водитель «Опеля» покинул авто и скрылся с места происшествия. Сидевший рядом нетрезвый пассажир утверждал, что за рулем авто в момент аварии находился именно он. В обстоятельствах данной аварии разбираются инспекторы дорожной полиции.